Появление на свет в прошлом году маленького принца Джорджа, сына герцога и герцогини Кембриджских, ждали миллионы людей по всему миру. Восторги слегка улеглись, но планета может вновь погрузиться в лихорадку трепетного ожидания. В понедельник стало известно, что в очаровательном семействе наследника престола и его красавицы-жены вновь ждут прибавления. Пресс-служба Букингемского дворца сообщила, что герцогиня Кэтрин беременна. О сроках рождения ребенка официальной информации нет, но по данным британских изданий он должен появиться на свет весной. Принц Уильям, внук королевы Елизаветы, сейчас второй в очереди на престол после своего отца Чарльза. Маленький принц Джордж на третьей позиции, а его брат или сестра займет четвертую, оттеснив таким образом еще на одну ступень брата Уильяма, принца Гарри. По информации британских газет, герцогиня Кэтрин, более известная как Кейт, как и при первой беременности, страдает от легкого недомогания и находится у себя дома в Кенсингтонском дворце. В понедельник она отменила визит в Оксфорд, и Уильяму пришлось отправиться на мероприятие одному. В сентябре герцогине предстоит ее первый зарубежный визит без сопровождения мужа, но, учитывая обстоятельства, его, возможно, придется отменить. Одним из первых читу поздравил премьер Дэвид Кэмерон. «Я в восторге от известия о том, что герцог и герцогиня Кембриджские вновь ждут ребенка», – написал он в своем твиттере. Перед рождением первого ребенка Кейт говорила, что мечтала о сыне, в то время как ее муж хотел девочку.